маркетинговой точки зрения некоторые девочки ищут кавалера, как если бы они открыли маленький, никому неизвестный магазин в лесу. Такие спрятались от больших дорог, никто не видит, никто не слышит. Окна, двери закрыли, свет выключили, но мы надеемся, что пойдет много-много гостей. Какая связь с поиском кавалера? Да то же самое, по сути дела. Потому что сидеть, никуда не ходить, ни в каких мероприятиях не принимать участие, ничего не менять, ничему не учиться. Знаете, как такие люди говорят? «Ой, я такого не делаю, я такого никогда не делать не буду, это для меня, и вообще меня никуда не зовите». Ну так это то же самое, как открыть маленький никому неизвестный магазинчик где-нибудь посреди леса. Вы меня спросите, что сделать? Но в первую очередь надо заявить: я тут, парни, смотрите, я тут. Потом надо объяснить, что вы хотите, кто он ваш идеальный партнер и что вы от него ожидаете. Дальше надо проложить дорожку для того, чтобы к вам можно было достучаться. Хорошие фотографии или правильная коммуникация. Быть открытой для общения. По сути дела, в вашем магазинчике надо включить свет. И кавалер тогда найдется. Меня зовут Дробин Ксения. Я директор международного брачного агентства. И я буду рада помочь вам, чтобы вас заметили, нашли, уважали и полюбили. Напишите мне, позвоните нам, и мы с радостью поможем вам.